30 минут от Уфы, мы уже в красивом коттеджном поселке Нагаево. Давайте знакомиться с местными и историей. Нагаево – это название села по аналогии с Иглино, образованное от фамилии владельца земель, или это как-то связано с нагайцами? О происхождении названия нам расскажет историк Павел Егоров. Село Нагаево имеет редкое, исключительное название на карте Уфимской губернии. Казалось бы, от этого народа, известный нам только по истории Уфы, по летописям, не осталось ныне и следа, но не тут-то было. Нагайцы есть, точнее, их прямые потомки. Они откочевали в Северный Прикаспий в XVI веке, вскоре после основания города Уфы, передвигаясь по степям, ушли туда. Ныне это нагайские степи в Северном Дагестане. Нагайцы в Уфимском крае не исчезли бесследно. Как видите, они оставили по себе топонимы. Этноним оставил по себе топонимический след. Надо сказать, что Нагаево достаточно распространенный топоним. Кроме сел и деревень с таким же названием в других областях России, есть еще Нагаево, порт в Магадане. Но и в пределах Уфы, оказывается, раньше в честь нагайцев, а точнее из-за близости все к тем же нагайским степям, было названо не только село. Мы знаем, что степи южнее Уфы назывались нагайскими степями. Назывались они так в наших летописях, в нашей истории. Почему? Потому что именно это и были места традиционной кочевки этого воинственного тюркского народа в Средневековье, то есть до прихода сюда Руси. Нагайской также звалась переправа, то есть то, что сейчас мост на Оренбургский тракт, в этом же створе, вот эта вот тысячелетняя дорога на юг, это та самая меридиональная дорога, которая ныне связывает Уфу и Оренбург. На самом деле это Нагайская дорога по-старому. Также Нагайской называлась еще Нагайкой, маленькая речушка на территории Уфы. Приток Белый между Спасским и Ильинским оврагами. Там, где сейчас между улицами нынешней Октябрьской революции, Большой Казанской и Пушкинской. И втекает в Белую, сейчас она течет в трубе. Как-то недавно я побывал в том месте, где она из трубы вырывается прямо под берег Белый. Лишний раз убеждаюсь во мнении, что топонимика, наряду с историческими документами, настоящее свидетельство тех реалий, которые она называет. С годами переправа, дорога сменили свои названия, а Нагаево еще напоминает нам о периоде Нагайской Орды в нашей истории. По мнению Павла Владимировича, Нагаево возникло через 100 лет после ухода нагайцев в 17 веке. Первопоселенцы – русские крестьяне. К нагайцам никакого отношения не имели. К этому времени здесь о них уже никто ничего не слышал. С давних времен, или, как говорили нагаевцы, с века, они отвозили все, что выросло в огороде, на продажу в Уфу, на ярмарке. На лошадях, санях или колясках. Обычные землепашцы, да. И в окружающих его русских деревнях, то есть Жилино, Нагаево, Зинино, все, что было вокруг, там Блохино дальше пошло, и туда в сторону Охлебинина, Шипова, и в эту сторону, там вот эти все кордоны, в сторону Уфы, я имею в виду, в сторону Каменной переправы, это все только крестьяне, никаких владельцев, да, не было. В 1881 году в списке властей, станов и уездов Уфимской губернии в третьем стане Уфимского уезда названа Нагаевская волость. В советское время она переименована в Нагаевский сельсовет Уфимского района. А с 1992 года Нагаево передано Октябрьскому району города Уфы. Волость называлась и параллельно и Нагайской по названию села, и Петропавловской, то есть по названию церкви. Какое-то время бытовали два названия. Впоследствии волостной центр перешел в Охлебинино.
Должна признаться, что в Нагаево нам повезло с экспертом. Алексей Николаевич Богданов, сельский учитель, не только на словах, но и на деле радеет за историю села. Так, будучи убежденным атеистом, он взялся за восстановление храма Петра и Павла, построенного в 1862 году. Узнать подробности этой истории мы решили из первых уст и пришли в гости к Алексею Николаевичу. Дело в том, что деревянная церковь апостолов Петра и Павла в начале 30-х годов сгорела до основания. Местные поговаривали, что Господь прибрал, чтобы не перестроили под клуб, как в 30-е годы это происходило повсеместно. Иванцов, директор совхоза, был у нас, потом главой администрации у нас был здесь. Он говорит: слушайте, вот говорят люди, ведь надо церковь. Как вы? Я говорю, я согласен. Я слышал, вы убежденный атеист. Да, убежденный атеист. А как же церковь? А вот так вот говорю. Ну, например, что когда Наполеон сказал, что ничего бы он не хотел, кроме того, чтобы собор Василия Блаженного перенести во Францию, в сердце России. Вот, говорю, теперь Сталин, все знают, что он атеистом был, но Сталин, когда туго было для государства, совершил крестный ход. В одном месте, в другом месте были совершены крестные ходы. Что в армии в некоторых частях завелись священники. Вот я считаю, что для поднятия духа, русского духа, это не помешает. Давайте. А он, оказывается, уже договорился с Никоном, с архиепископом. Сейчас митрополит он, а тогда и архиепископ еще был. Ну и подходим к самой печальной странице в истории Нагаевской церкви, начало 30-х годов, то есть пожар. Но это был не поджог, это точно, потому что несколько человек, опрошенных, стариков на тот момент, говорили точно, откуда начался пожар, именно с какого двора, называли даже нерадивую хозяйку этого дома, этой усадебки, со двора которой начался пожар, и полыхнул весь центр села Нагаево. Карнауховская улица, Шестидворка улица, вот эти вот центральные улицы, околотки этого села. И, о чудо, пруд спас остальные дома нагаевцев, и пожар замкнулся лишь в центре села. Место так и оставалось центральной сельской площадью. В 2001 году началось движение, образована община. Огромную роль здесь сыграл староста церковный Богданов Алексей Николаевич. Сумел сплотить общину, сумел аккумулировать все эти средства. И надо сказать, что вот те, кто копали фундамент, они сделали вот филигранно, вот вписали его четко в параметры, в габариты сгоревшего храма. В православии важно именно на том же месте, чтобы был алтарь, на том же месте были стены, потому что место, оно освящается до скончания времен. Выкопали котлован, и вот интересно было тогда, в 2004 году, в конце апреля, на срезе были видны следы этого пожара. Алексей Богданов рассказал, как непросто было собирать средства на храм. Вплоть до того, что и Жириновскому написал. И получил от него громадное письмо с портретом на конверте, чтобы я за благородное дело взялся. Больше года, буквально каждую неделю, до 50 писем рассылал. Кто пришлет 1000, кто 5. А до истории с церковью Алексей Николаевич занимался историей Нагаева, открыл в школе краеведческий музей. Я географ. С фотоаппаратом, ну, что со школьной скамьи, фотографий много привозил, делал стенды. Жена тоже любила путешествия, но если я пешком, каждый год путешествовала она обычно в Москву. Там. И я составлял эти альбомы, большие эти раскладушки. И свое. Ну, дома негде, видите, тут у нас как. Я стал настаивать на музее. Давайте сделаем музей в школе. Пропадет все. Музей состоял из двух отделов. Вот. Один отдел – это русская крестьянская изба, гордость моя был.
отдел. Ну, сделали, как раньше, в крестьянской избе, передний угол, икона, стол тут. На столе у нас там, да, 4 окна, 4 времени года, 4 окна. Стены сделали вместе с ребятами по черте, тесали, правда, бревнышки были, вот как у меня сарай тут такие тонкие, но по черте все было сделано. Ну, там у нас все было, что полагается в русской избе, и самопряха, и ткацкий стан был, и все, и вся это. Даже вот такие вещи, и угол, где дуга, хомут и прочее. Вот ребята проводят беседу с классом, с каким-то, скажем, ну, печальная очень, грачи улетели. Там печальная очень за окном, мы демонстрируем картину эту. Или люблю я пышное природоувядание. Там тоже осень, но совсем другая картина. Вот так вот проводили. Было очень хорошо. Аксаковский уголок. Как раз я первый начал, когда вот Аксакова восстановили, начали восстанавливать дом, я первый взялся в районе за это дело. Ходили по дворам. Надо рассказать, правда, что вот и дети ходили, и учителя ходили. Все принимали участие в этом. А напоследок, как жилось тогда еще в глухой деревне Нагаево, расскажет сын Алексея Богданова, писатель Вадим Богданов. Вадим вспоминает, что в красивейших нагаевских прудах раньше разводили карпов. Но когда я был ребенком, никаких карпов уже не было, мы в них, в этих прудах, спокойно купались. В моем детстве Нагаево было довольно, ну скажем, глухой деревней. Кажется, что совсем рядом с городом находится, всего 10 километров по прямой, но раньше не было мостов, связывающих с Уфой, не было нормальной дороги, не было автобусов рейсовых. То есть я помню, в детстве мы, папа меня возил в город, в Уфу, даже на лошадях и зимой на санях. Добирались, ну, как придется, колхозный автобус возил. Обычная, средняя, ну, южноуральская деревня, так скажем. Совершенно замечательное свойство, я для себя уже взрослым отметил, у нагаевцев. Ну, может быть, это свойственно и всем, ну, представителям нашей земли, там, тем более, которые выросли на земле, в селе. Это, ну, большая, настоящая любовь к родине. Жизнь моя оказалась связана с городом, с Уфой. Но через какое-то время я построил себе на участке в Нагаево дом и снова вернулся жить в Нагаево, на свою родину. Интересно, что в творчестве писателя для родного края тоже нашлось место. Свои воспоминания о Нагаево Вадим запечатлел в новой книге. Направления у меня различные, связанные и с историей, и с современностью. Вот эта книга, которая выходит в издательстве, ну, в этом году должна выйти. И действие происходит, ну, так скажем, прототипом этого географического места была как раз деревня Нагаево. Но у меня называется Макаево. Книжка называется «Птица мокрая».